Губернатор Волгоградской области Сергей Баженов с проверкой проехал по объектам транспортной инфраструктуры Волгограда. На ремонт городских дорог в этом году выделен почти 1 000 000 000 рублей. Подрядчики уже начали ремонтные работы, однако к ним есть уже и первые замечания по качеству. Новое дорожное покрытие, сделанное по старым технологиям, уже сейчас идет трещинами и в скором времени может разрушиться. Один из таких объектов напротив госпиталя на проспекте Маршала Жукова. Губернатор заявил, что все дефекты подрядчики будут исправлять за свой счет. Представители ФИФА Германии и Китая, да? Да. Высказали, что инфраструктурно более разрушенный город в Бразилии, в Африке, на Украине и в России они не видели. Еще весной я предупреждал всех участников процесса по ремонту дорог и по строительству новых дорог, что контроль за качеством будет самый строгий. Что мы сегодня вместе с вами, коллеги, выявляем? Мы выявляем то, что качество асфальта желает лучшего. Технологии, которые применяются при заготовке асфальтно-бетонной смеси 20-летней давности, заводы, которые изготовляют сегодня нам асфальтно-бетонную смесь, тоже 20-летней давности. Сегодня, к сожалению, на этих заводах не позволяет технология и технические характеристики добавлять смеси, присадки для того, чтобы асфальт был высокого качества. И мы сегодня заставляем за счет собственных средств подрядной организации переделывать те участки дорог, которые выявлены с нарушением качества. Но сегодня мы выделяем на дороге не сотни миллионов рублей, а миллиарды рублей. И мы сегодня будем очень жестко спрашивать за качество. И сегодня мы договорились с нашими партнерами, с нашей городской властью города Волгограда о том, что все заводы будут к весне 2013 года обновлены, будут обновлены основные фонды и будут применяться самые современные технологии. Иначе все то, что мы сделали в этом году, быстро придет в негодность, и мы весной вместе с талым снегом будем выбрасывать этот асфальт. Сергей Баженов также посетил строительство новой ветки скоростного трамвая и так называемого прокола на Тулака, создающегося, чтобы разгрузить железнодорожные переезды и уменьшить пробки на волгоградских дорогах. Сегодня мы говорим о 70 тысяч единиц транспорта, что в два раза увеличится. Да. К 2014 году это будет 80, 84 тысячи единиц транспорта. То есть потоки увеличиваются. Конечно, если мы эти проколы не сделали бы, город бы просто стоял. Такой объект у нас в конце 2014 года появится. Извечная проблема двух переездов на Тулака перестанет существовать, и что сократит время в пути, ну, я считаю, очень значительно для всего города Волгограда. На улице Рабоче-Крестьянской во время визита губернатора шла вырубка проб нового асфальта. Теперь их направят в специализированную лабораторию, где будет проведена оценка качества и соответствия нормам. Отбираем образцы, и в лабораторных условиях мы начинаем их испытывать. И, значит, вырубку берем, переформовываем в стандартных условиях и берем непосредственно испытания, проводим образцов непосредственно из покрытия готового. Сравниваем их и получаем коэффициент уплотнения. Если какие-то показатели не проходят, мы сразу передаем данные заказчику, и уже тогда они принимают меры, либо принимают штрафные санкции, либо полностью срезают асфальтобетон подрядной организации за свой счет и устраивают новый.